Каждый уголок на земле, каждый регион любой страны славится чем-то особенным. Камчатский край знаменит своими вулканами, и поэтому на полуострове, как в краю дымящихся исполинов, просто должно было появиться такое место, чтобы жители полуострова и туристы могли как можно больше узнать о нашей гордости. Так появился музей-вулканариум. Идея музея, в котором все можно трогать, все можно пощупать и позадавать самые глупые вопросы. Музея, в котором можно даже без сопровождающего просто походить, посмотреть вокруг, почитать. Она, конечно же, напрашивалась, как в такой визит-центр. Ну и Камчатка – это единственное место в нашей стране, в котором вулканы извергаются постоянно. На Курилах они тоже есть, но они там, во-первых, разбросаны по акватории, а во-вторых, они более спокойные, поэтому здесь есть о чем рассказать. И тем, кто приехал нечаянно, и тем, кто здесь живет, о вулканах можно рассказывать много, по-разному. И, конечно же, эта идея встретила большой отклик. Вулканариум – это интерактивный, мультимедийный, научно-популярный музей, который рассказывает о вулканах Камчатки и мира. Его особенность заключается в том, что абсолютно все экспонаты можно потрогать и даже понюхать. Кроме образцов горных пород, музей содержит большой эксклюзивный фото- и видеоматериал, физические модели лавовых потоков и многое другое. Но ничего этого не было бы без помощи, которую оказали власти полуострова. Ту помощь, ту поддержку, которую нам оказывает и правительство края, и администрация города, все формы, фонды, все центры поддержки, которые у нас есть, она настолько серьезная, настолько значимая и настолько нужна нашему проекту, что не говорить об этом невозможно. Потому что сам по себе проект, как бизнес-предпринимательство, как социальное предпринимательство, может существовать, может развиваться только в такой связке, что называется, правительственной, административной, бизнес-поддержки и социальной направленности. В будущем создатели вулканариума хотели бы получить статус особо значимого регионального национального проекта, чтобы выйти на федеральный уровень и представлять наш край с познавательной точки зрения, познакомить с камчатскими вулканами других жителей страны.